Друзья, всем привет! Меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей. И сегодня продолжаем проходить Метро Исход. Ох, бать. Короче, кто смотрел предыдущую серию, мы добрались уже до какой-то тут, блядь, стены непонятной. Тут гастарбайтеры хуярят. Что-то там, бля, кабели хуячат. Добывают, короче, железо, да? Так, по Патрикам у меня, ага, 9, бля, короче, на... А, все хуйня. Что меня больше всего выбесило, так это то, что, оказывается, посмотрел я немножечко там про игру. А оказывается, все навороты на нашу Волыну мы можем найти практически только на первой локации. Первая локация — это, ну, вот это вот болото, где вот вся хуйня, короче, была изначально, где мы там спасали. Ну-ка, давай вылезу, вообще гляну. Ой, блядь, насморк, пиздец, болею еще. Этот. Там вот, где мы спасали девчонку, короче, с дочкой, где потом находили... Че, не можем на него сесть, поехать? Газон. Нихуя. Так, тут мы тоже ничего не спиздим, да? Вот, короче, все находится на той локации. Здесь практически нихуя уже нету. Соответственно, пистолет с глушителем мы хуй сделаем. Оказывается, я тоже еще плохо смотрел. Можно было найти глушак и на наш калаш. Вот, поэтому придется нам пока без калаша. Ага. Гюль. Это как раз туда. Ну давай, куда нам ехать-то, ебаный? Ну, давай быстрее, куда нам там ехать-то? Ну-ка, вот так типа надо. Ну, ну да, все-таки туда ехать. Вот. Игра, оказывается, блядь, конкретно по книжке, поэтому тут ничего типа не доебешься ни до чего, все сделано правильно. Вот. Но по поводу вот этого барахлишка, всех обвесов, блин, я, короче, теперь очень жалею, что у меня так получилось, и я скинул, блядь, свой ствол с глушителем. Так, подожди, я правильно еду, блядь? Ну да. Сюда нам... Барон говорить будет, барон говорит. Блядь, показал, что там кто-то бежит. Вот честно, я, блядь, не понимаю, почему нахуй... Ну, я понимаю, да? Постапокалипсис, вся хуйня... Ага. Типа ключика нету, хорошо. Почему, блядь... Нас одного постоянно отправляют. Не, ну я понимаю, что мы там типа пиздец, пиздец Рэмбо, но, блядь, ну... Чисто теоретически подумать, ну, блядь, что я один могу сделать? Всем отбой, барон сказал. Барон вообще охуевший, смотрю. Всем там что-то говорит, блядь, говорит. Чё, там она, походу, ебашит, эта гюль кого-то. Ну давай, ну... А, все понятно, надо навестись аккуратно. Ты че, бля? Бля, они вздыхают так прикольненько, аж дергаются так. Так, ну, не, мне пока этот не нужен, я смотрю. Подожди, а можно пройти, да? Такое ощущение было, что тут не пройдешь. Давай свет нахуй тушить будем на всякий. Ебать, бедолаги, горять! А, так у меня же эта хуйня тоже горящая, да? Загорелся? Загорелся. Леди нахуй, правильно. Так, о, подожди. Это мы Патрики заберем. Топорик почему я не могу взять, правда? Так, это нам не надо.
заберем. О, бля. О, бля. Так, тут нет нихуя, да? Так, мы с Гюль должны подружиться, насколько я помню. Так, а хуй с ним, пусть горит свет, это труп. В смысле, слышал, он, блядь, горит нахуй. А ты чё охуевший такой? Вот так-то, я думаю, получше будет. Да гори нормально. О, другое дело. Сдохни, давай быстрее, блядь. Мне же тебя надо барахлишко взять. Так, я не подгораю, меня это радует. Что-то я... О, лазерный прицел. Ну, короче, да, вот это все, блядь, обвесы, походу, мы пооставляли там, блядь, теперь. И теперь у нас нихуя нормального не будет. Ни автомата с глушителем, блядь, ни снайперки с глушителем. Ох, бля! Да. Мне нос болит. Пиздец, короче, взорвались чуть-чуть. Ладно, хуй с ним. Сейчас по новой пойдем. Ну, блин. Ну, давай грузись. Бля, грузится пиздец долго, если честно. Но... все, удерживаю. Так, все окей. Это я понял. А, в тебе даже что-то есть. Ну, тебе тоже. Все, гори. Давай, давай. Блять, промахнулся. Нормально. Тот тоже горит? Все, все горят, заебись. Так, вот, смотри, какой ствол длинный, да? Так, с тебя это тоже заберем. Ну, барахлишко что-то какой-то дашь, все, сдох. Отлично. Это тоже забираем. Так, вот я... Ага! Вот оно в чем дело-то было. Видишь, да? Оказывается, я, короче, просто напоролся на эту, на ловушку. Вот и все, вот и все. Подожди, а. А, вот оно куда. Все. Заблудился, блядь. Кого ты там нахуй видишь, блядь, заебал. И в тебя, бля. Ну, короче, по два хватает, да, чтобы они гореть начали. Так, туда я не вылезу. Да ладно, ладно, орать-то, блядь. Так, ну-ка, ну, может, вот так на всякий случай сделаем. Ага, все. Давай, заряжай. Нет, эта хуйня не взрывается, это хорошо. Все, патрики все есть. Тут я просто, я, ну, не вижу. Есть ли какая-то залупа? О! Что-то новенькое вроде. Магаз мы нашли. Сейчас поковыряемся, короче, немножко. В барахле в нашем. Так, окей. О, еще что-то есть, да? Так. Здесь ничего нету, да? Ага, фонарь. Так, подожди, давай глянем. Мне прям интересно. По волынкам. Так, по калашу. Что у нас тут? Ну да, просто тупо еще один калаш, короче. Ой, этот магаз. Это что, это у нас снопа? Стандартный ствол с компенсатором. Укороченный ствол. А, есть у нас, оказывается, укороченный ствол с глушителем. Ебать насрать. Все тогда нормально. Мы можем тогда и с ним гонять. Здесь у нас все тоже.
Здесь у нас все так же, да? Так, да. Все. Нормас. Можем, в принципе, короче, тогда и калаш взять. Опаньки. А у нас что тут? Большая открытая местность сейчас будет? Бля, ну если так, то нам проще, наверное, будет сейчас снайперский взять прицельчик-то. Так. Ах, блядь, я не установил глушитель. Хуй с тобой, золотая рыбка. Тебя поставим. У нас же вот самое время. Вот он с глушителем. Нихуя, у нас там глушак здоровый. Блядь, стреляет как будто вот по нашей стороне прям. Так, это кто? Это противники, я так понимаю. Чего, блядь? А че за гастарбайтеры нахуй разговаривают со мной? Бля, погодь нахуй. Погодь. Погодь. Дай-ка я все-таки снайперски себе поставлю. То расстояние большое. Вот там как раз будет сейчас в цвет снайперить, да? То есть на ближних дистанциях я и так их могу... Пиздец, а почему она разговаривает как гастарбайтер, блядь? А, это уже мертвый, все, ладно. Ты по кому там стреляешь? А это я типа заебенил кого-то или чё? Чё за нахуй? Ладно, она там пока сама разбирается, я тут пока полутаюсь, ёпта. Заебала, блядь. Орёт там что-то нахуй на своем тарабарском. Ну нихуя тут нет. Так, это вот она, да, наверное? Та тёлочка, которой мы пришли якобы на помощь. Опа, чё-то нашёл. Нихуя, да? Ничего интересного. По кому стреляешь, блядь? А. Да вот так нахуй, вот другое дело. Кого, бля, чай пить будем? Базару нет. Чай я люблю. Все тихо, да? Никто нет уже. Сюда иди, да? Пиздец. Ой, бля, что ж ты так разговариваешь, так как. Если ты что забрал, типа все. А, ну походу. Или с него просто нехуй было брать. А подожди, давай позырим. Где еще трупешники? Так вот трупик. Опа, подожди. Опаньки, а это вообще что нахуй? Ага. Все, мы, короче, типа что-то залутали. Я не знаю, что, правда, но да ладно. Че, блядь? А ты че нахуй живой-то? Охуел, что ли? Ты то ж так думаешь, что... А где стволы ваши, блядь? Мне стволы ваши нужны? Какие-нибудь обвесики, интересно. Молодец, что ты так думаешь. Хорошо, дверь выкину, говорит. Охуенно. Дверь она нам сейчас выкинет. О, Патрики. Это какая-то волынка у него прикольная, да? Ну да ладно, мы сейчас, в принципе, потом придем на этот, на наш поезд. Нашу Аврору там разберемся, что мы тут нахапали. Нихуя не... Да что ж ты, блядь, да Бля, кадры вообще нахуй нестабильные, я ебу. О. Чпуньк упал. А, трупы везде лежат. Так, ну все, ладно, я думаю, пора. Пора к ней. Ну куда хуйни же мы можем, да, убить вообще? Да, запросто смотрю. Ладно, она нам там лифт спустила, пошли.
Опа. Твоя волынка где? Бля, как они так умирают? Волыны все в стороне где-то у них остаются. Или они типа с ножами бегали? Она по ним стреляла, а они по ней... А они по ней ножами кидались. Ну, блин. А, перезаряжай. Сейчас опять нам что-то будет лечить строго. О, ну пиздец, музыка такая сразу. Ты Артём, да? Базару нет. Кто убил Мунайбай, мой друг? Кого, блять, Мунайбай? Мунайбайлер, народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Бля, у нее волына нихуевая, смотри. Да-да-да. Ваш человек у нее. Слышу хорошо. Бля, ваш смотри. Я вот хочу эту снайперку по любасу. Нихуя 5 лет. Мы, блядь, 20 лет нахуй в этой были. Да война, блядь. Бля, так плохо говорит она что-то? Ну, что-то я что-то взять, по-моему, мог. Показалось. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Ебать у нее. Артём, покоцанная. Надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет свежий. Там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Да, пизду, я пока поковыряюсь, посмотрю, что есть. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Хорошо, дай. Верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Если надо, пользуйся, да? Умный, но у тебя выбор нет. Так, это что, снайперские патроны? А у меня снайперка-то есть. А, бля, поменять я не могу, да? Ладно, давай почистим хотя бы. Вот это почистим. И вот, о, вот это вообще надо почистить, вообще грязное. Пиздец, все кончилось, типа, да? Так, ну давай, снайперские прицелы мы, наверное, соберем. Все, нету нихуя у нас, ладно. Обычные, так, вот это что у нас, приманка, приманку разобрать, ну там что-то дает же. Хорошо, мы этим даже не пользуемся, да, ничем. Так, здесь у нас починить, ага, не, у нас вот это, патронные сумки, что-то какие-то они другие немножко стали, по-моему, там были, а, ну сейчас же жарко, типа, все понятно, поэтому и другие. Ой, бля. Ты дай мне снайперку, слышь, сучка. Бляха, подожди. Скорее тогда. Торопись, да? Бля, надо было вот там волынку... Да, блядь, ну. А ничего, что я на краю вообще стою? Да война красиво был. А почему до этого поднимались Море намного был. Быстрее, чем сейчас? Опускаемся. Да, базару нет. Был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. О, попал, по-моему, да? Люди в звери превращал. Народ Гюль да, в звери превращал. Да ладно. Не сам по себе. Не, ну реально быстрее поднимались. Превращал. Море уходил. Нефть оставался. Угу. Все там что, одна нефть? Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Заебали с своими богами. А, то у них. Тут, там, блядь, бог. Это хуйня, сом какой-то плавал. Здесь у них, блядь, бог огня какой-то. Гюль один оставался. Ну. Опустились, все.
Короче, смотри, что мне надо сделать. Сейчас, где у него, блядь, волына вот эта нихуевая была? Вот здесь, по-моему. Апа, вот она. А, мы, короче, делаем вот так. А, вот это, видишь, нам надо было все снять с него нахуй. Оставить вот ту залупу только. И сейчас посмотрим. Смотри, вот это у нас получается снопа сейчас, да? Будет, грубо говоря. Ствол с глушителем. А, нет. Ну, типа так. А, установить же надо, блядь. Ну и что это у нас за ствол получился? Короче, надо было барахло. Все навесное снять, но мы навесное там проебали. Но... Сука, ну это не снайперка, нихуя. Не, мне надо снайперку. Да, видишь, все полностью навесное мы оставили там. Да, ебать, он открытый. Да, закрываем его. Кстати, мне интересно, у нас тут как-то регулируется этот... Короче, стрельба. Вот я бы хотел одиночными, допустим, стрелять с калаша. Потому что... Давай глянем. Настройки, управление, клавиатура, оружие. Ведущий огонь, прицел, перезарядка. Так. Удар прикрыл, использовать интерактив. Спрятать оружие. Ага. Так. Нету. Какой интерактив у нас тут использовать? Ты где? Гюль, бля. Ай, проебался. Ты в ту сторону ушла. Ну, пойдем тебя теперь искать, блядь, опять. Один я сюда ходил. Куда? Один знаю, как дверь открывать. Вниз не давай. Ходил, вниз пауки. Кто? Пауки? Я тогда дробаш возьму. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Ты ж, блядь, дверь нахуй только умеешь. Ты открывать, блядь. Пизды, короче. Так, пауки убежали, ладно. Оба-на! Ебать тут место. Чё, тут можно полутаться пока или чё? Бля, у неё снопа, смотри. Давай я пока вот сюда сбегаю, посмотрю. Здесь по-любому какая-то барахляшка должна быть. Хорошо. Как понимаю, этой всей хуйнёй должен заниматься я. Ну я понял уже, что ты, блядь, мне как долбоебу по три раза объясняешь. Понял, что мне сейчас надо. Ну, бля. Электричество давал там, блядь. Где ты там электричество давал? О, бля, салам. Ох, бля! Заебали вы нахуй по мне лазить. Честно, вот честно, немножко напрягает, конечно, когда они вот так вот по тебе лазят. Так, представляю, как в нее Тёма играет. Он вообще терпеть не может, короче, пауков в играх, это пиздец. И он, наверное, вот так вот аж. У меня хороший этот, фонарик у него такой, раз, нахуй, зарядился, что надо. Прям заебись. Ну чё? Давай, выебывайся, открывай. А, блин. Да нихуя хорошего, я думаю, раз там пауки-то. Сейчас там начнется месиво. А. Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Пиздец, блядь. Пошла нахер. Как обычно, все меня кидают, короче, как долбоёб. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду.
Ой, ладно, ладно, блядь. Давай, это мы все палить будем. Нахуй нам тут паутины не нужны, блядь. Ебать, а что тут сейчас будет, если тут столько паутин? Ебанулась нахуй. Угу. Зарядим тогда наш прогонял. Короче, что, там лучше типа не ходить? Сука, рая, блядь. Как меня вот эта хуйня напрягает, я вот тебе честно скажу. Фонарь есть, ладно. Да идите нахуй, я, блядь, ползайте по мне, пидорасы, блядь. Так. Я куда-то попёрся, как долбоёб, как обычно, блядь. Ох, сука. Что пугало? Воу-воу-воу-воу-воу! Что за звуки, а? Да ты же, сука, боишься света нахуй, а? А, ебать, я захуярить надо вот так. Ёбаный. Ну это же... Это я у него что-то отстрелил, ладно. Подожди, может я вообще зря сразу сюда пошел? Идите нахуй, подожди. Идите нахуй, я вас не звал, как говорится. А, нихуя, нам по-любому туда надо было идти. Сука. Да, полюбасу туда. Ладно, давай заряжаем еще раз фонарь. Короче, как я понял, да? На него светишь, он переворачивается. Микрофон хоть настроен. То, блядь, думаю, сейчас запишу нахуй, да? Без звука будет. Так, ну чё, блядь, аккуратно, блядь, несешься нахер. Так. А, все, это нормально, я думал. Так. Давай-ка мы, наверное, еще вот так сделаем, чтобы еще светлее было, нахуй. Вот там что-то есть по-любому. Че, братан, есть что? Интересно. Патроны для дробовика. Сколько у меня? 2. Все нормально. Опа. Сейчас, блядь, начнут вылазить по-любому. Но я надеюсь, их не будет дохуя. Мне они, честно, раздражают вот эта всякая херня такая. Здесь что-то есть. А, я свет. О, все, короче, нахуй. Надо везде свет включать, где только можно, короче. Ты да нихуя, это же даже не паук, блядь, скорпион какой-то, нахуй. А там что, свет есть? Нету. Ой, блядь. Тут что, тоже нихуя. Бля, да ладно, вниз я не хочу. Сука. Да ебанулись, блядь, свет включи. О. Не-не-не, включи, включи. Давай зарядимся. То надо этот, заряжаться постоянно, как я понял. Так, ладно. Что здесь у нас есть? Здесь нихуя. Тут тоже ничего, да?
Ау! Бляха, давай-ка я сюда отбегу, а! Хуярь, блядь, его нахуй! Воу-воу-воу-воу-воу! Ты чё, ёп... Их, по идее, здесь ограниченное количество должно быть. Все, короче, не обязательно подходить. А можно просто их вот так вот просто заебенить, поджечь, грубо говоря. Так, давай вот так вот. Так как-то светлее, мне кажется. С тебя нихуя, да, не берется? Ладно. Смотри. Что-то я спалил еще, да? О, давай. Патрики, хорошо. Давай всю нахуй паутину будем сжигать. Подожди, а чё я? Мне чё здесь, хуево дышится, я не пойму, или чё? Ой-ой-ой, всё-всё-всё, понял. Тебе здесь хуево дышится. Аристократ, блядь. Так, здесь у нас, наверное, свет надо опять подать, да? И электричество жёг. Надо, чтобы был барма. Блять, ты посмотри, с них еще маленькие пиздюки вылазят. И чё он, чё с ним случается? Он сгорит до конца? Ага, блядь, сгорит он нахуй. Три раза он сгорит. Здесь нет ничего. Так, тут что у нас? Паутина, паутина, шмаутина. Больше ничего нет. О, тут еще что-то возьмем. Не, фонарик так вроде неплохо светит. Но я бы хотел поярче. Блять. Сука. Это да. Это уже все, это уже нервы. Ага. Так, тут я был. Все хорош, я понял. Опа. Свет включи. И вот здесь сейчас свет включу, и все как будет светиться. Давай. Да, быстро он тырк-тырк-тырк нахуй. И свет везде включил, да? Раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ага. Ты меня слышишь? Я на объекте. Ну как-то да. Меня чуть не подстрелило. Думала, враги. Все, довольный? В смысле, блядь? А, ну мне он туда, в ту дверь, я понял. А, подожди, типа мне можно сейчас... Не-не-не, нельзя. Так, это что у нас? Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились. Как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Угу. Токсичный, чтоб ты понимал. Блять. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются. Ну, проверим. Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы. Хуево, хуево. Да, уже и не знаю, что тут делать-то. Без понятия. Что тут делать-то? Мужичку совсем хуевит. Ну, блять. Собаки, в темноту меня в самую. Ну вы чё, блядь? Ладно, патрики хоть есть. О, трясёт. А, вот он, газ токсичный, все понятно. И походу вместе с этим токсичным газом прутся сюда и эти маленькие пиздючки. Так, здесь что-то есть, нету? Вот тут чувак лежит. Все, пойдет.
Почему света-то тут нету? Там везде есть, а тут нету. Оп. Я попробую открыть нижние уровни. Ну, давай. Где-то здесь же было. Давай, открывай. Я готов. Суки, как вы на свету ходите? Система вентиляции работает в данном режиме. Всем действовать согласно инструкции. Так, снимаем. В штатном режиме она работает, сказали. Значит, нормально все. Как говорится, все путем. Я надеюсь, здесь их много не будет. Кстати, мне вот, блядь, знаешь, что не дает покоя? То, что я быстро ушел с первой локации и, короче, сама этого не заебенил. Наверное, может, его надо было убивать? Как ты думаешь? Что-то печатается там. Так. Здесь нет нихуя. Где-то, блядь, телефон. О, блядь, не пугался. Телефон. Оп! Где это? Сохранение прошло. Сейчас нахуй свет отключится. А давай вот здесь можно было сначала, видишь, посмотреть. Какую-нибудь барахлишку найти. Нет, тут ничего. Ну все, нам туда. У нас больше нет выбора. Везде одни трупы. Ох, нихуя там тот здоровый был. Угу. Ну чё? Бля, сейчас здесь пиздиться с кем-то будем, да? Да. Ох ты пидор, блядь! Что загандошил? Ты посмотри на него. Блядь, это здоровенький был. По толчку тут бегает. Посмотри на него, деловой. Артём? Да. Какая? Выключить свет, блядь? У них только так... О! Хорошо. Ага. Заебись вы придумали, нахуй. Чё я могу вам сказать? Этот хуй, сука, старый, там вообще только в Авроре сидит, нахуй. Меня как долбоеба куда-то отправляет. О, что-то нашел. Заметки какие-то. О, сейф. Я думал, в сейфе барахла будет побольше. О, это, мать Гюль, походу. Свет включился, включился. Да, строго. Это мать Гюль. Дай, сука, сюда, бля. Угу. Так, ладно, ты мой. Опа. Перебрались на старый маяк. Угу. Ага, это запись, да? Угу. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими трохами, которые теперь называются пайком. Угу. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Да, прикольно, зажигалка у него. Ну, бля, да. Все? Все, ладно, пошли дальше.
А, вон. Вон она, дверь. Нам сюда, значит. Оп, сейчас нахуй свет погаснет и... Пиздец, блядь. Так, нахуй, давай, давай, давай. Сука. Сейчас, сука, сейчас нахуй найду, блядь, тварь ебучая. Куда нахуй попёр? Уебан, блядь. Да хуй ты съёбываешь, блядь, постоянно? Ты забери. Пизду вас, короче. Ох ты, блядь! Да что ж ты нахуй делаешь, а? Фу, сука, блядь. Ну... Да. У меня нахуй такими темпами тоже скоро арахнофобия будет, блядь. Так, прямо мы не пройдем. Да ну, блядь! Воу, блядь! Охуел, что ли, блядь? Давай, 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 бля! Да, блядь, примечься, ёбаный! Всё, убил нахуй. Пойдёт, перезаряжай. Бля, херово, короче, то, что не перезаряжает, видишь? Ну, по идее, вот, всё, их два штуки больше не будет, я так думаю. Во-в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 о
Опа-опа-опа-опа-опа, нахуй. Оп, нахуй, готов один. Ну чё ты, блядь? Да, ну... Заебал, блядь! Это пиздец. О, заряжай, заряжай фонарь свой, ты чё? Сука. Ладно. Бля, ну вот так вообще хорошо, видать. Все, мы дошли. Угу. Ты мне, блядь, скажи, что нахуй случилось с освещением. Ага. Пока нихуя вообще еще не нашел. Подожди, ебать. Подожди. Нам он сказал, ну, короче, типа свеженькое что-то надо. Там какой-нибудь 13-15 год. Здесь, да. До 19-го, нихуя себе они. Давай. Да конечно, нахуй, самый свежий. 19-й бери, ебать. Окей. Нихуя нету, да, нигде. Базара нет? Или тут есть? Залупу, да? Ну давай, последнее строго там есть. Оно даже, посмотри, он даже и вытаскивает, как тяжело. Конечно, там карта есть. Ну нахуя ты ее сейчас вытаскиваешь-то, блядь? Назад убери, закрой, блядь. Так. У тебя что, нет нихуя? Дальше что нам надо? Ебать. А, ну все, нам, короче, теперь на этот, обратно. На Аврору. Чё-то, мужички, вам тут как-то хуевато, я смотрю. Это чё? Ага. Угу. Кто это пришел? Это я.
То есть, подожди, блядь. В детстве Гюль умела разговаривать нормально, а теперь пиздец? Че за понты, нахуй? Ну, серьезно. Ты охуел, блядь. Выключаю, блядь. Ёбаный олень, блядь. Все, хватает, зарядил. Окей. Пошли, ёпты, чё? Чё ты, блядь? Чё ты, блядь? Куда пошел нахуй? А ты чё там, блядь? Охуевшись, сука. Рожа, блядь! Пугаешь нахуй меня. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты чё, блядь? Так, зарядимся. Короче, с автоматом вроде как пойдет, да? Даже убиваемых. И более-менее светло. Так, я правильно иду? Да, я иду правильно. Ебать. Вас чё, сука, двое, да? Одевай. Ебать их тут. Но я могу вот так тупо постоять, короче, и они помрут, блядь, сейчас. Короче, это нахуй. Достаем нахуй дробовичок. Ох ты, пидорас, блядь! Ты еще и плюешься нахуй. Да вы чё, блядь, твари ебано, охуели что ли, блядь? Быстрее нахуй! Оп! Так. Фу, блядь. Хорошо. Вы, блядь, не... Охерели! Они там, короче, долго, прикинь, не продержатся. Ничего, что у меня тут жопа полная, нахуй. Конечно, врубай свет. Свет врубай, блядь. Чё-то я не понял нихуя. А чё ты, блядь, ну, вот так? О, нихуя. Давай. Бегом так бегом. О, да как так нахуй не бросится? Смотри, этот, сука, накинулся, блядь. Я же жму есть, сука, блядь. А, блядь, свет выключается нахуй. Ну, конечно, смотри. И причем выключается, блядь, постепенно, да? Ну, ну нажимай, ёбаный. Ты будешь нажимать, нет? Я пока нахуй тут... А, нихуя сделать, да, не могу. О, точно, блядь, у меня же такая хуйня тоже какая-то есть. Так что осталось отвезти полковника на базу. Я и забыл. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Как ты работает? Я говорил, его много чинил. И остальное тоже. Ты мне расскажи, как ты нахуй разговаривать разучилась, блядь. Кэпрахмет. Спасибо тебе, Артём. Кэпрахмет, ты чё ебанулась? Копрахмет, блядь. Когда я маленький был, отец дарил.
Дамир говорил, с вами девочка едет. Сука, какие уроды озвучивали эту игру? Игру я, блядь, не представляю. Кэп Рахмет говорится, ёпта, на казахском. Большое спасибо, нахуй, не Кэп, блядь. Это она спасибо Кэп говорит, походу, да? Кэп Рахмет говорит? Долбоёбы, блядь. О, нихуя точила моя. Все, могу я воспользоваться своим? Чё, блядь? Меня слушал. Как идти, рассказываю. Да, хорошо. Аня должна. Ну ебаш. Свяжись с ним. В смысле, а чё наша Аня? Куда съебала опять? Шкура, блядь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаешь, что полезно с базы. Ну и чё? А я теперь чё? Скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Ну-ка, расскажи мне точно. Хорошей дороги. До свидания, Артём. Сами в рабство пошли. Ты мне расскажи сначала, блядь. До свидания, Артём. Охуели, что ли? Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священный пламя. Он тоже согласился. Ну... Тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Угу. Не все к этому готовы. Надо был готов. Конечно, надо был готов. Ты у нас вообще нахуй молодец. Потому и сражаешься одна. Ты на все готова. Для барон меня один хватит. Но убьешь ты его, а дальше? Барон мертвый будет? Тогда буду про дальше думать. Ой, бля. О, молодец. Правильно. Надо решать проблемы по мере их поступления, нахуй. Иди, Артём. Удачи пожелай. Все, ладно. Давайте, съебал я от вас. Иди, пожалуй, Артём. Позже поговорим. В смысле, блядь? Машина, нахуй. Почему я не могу воспользоваться? Охуели, что ли? А, во, все. Нихуя. Кр-кр-кр. Откуда он, блядь, ездить умеет? Так. Фары есть? О, есть фары. Нихуя. Это мы сейчас вообще где, блядь? База, это Анна. Короче, по дороге хуярим, да? Я рядом с портом. Лежу за основной дорогой. Активность есть. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Ага. Ну конечно, кому? Мне, бля. Барон говорить будет. Заебал этот барон. Барон говорит. Режиссер я по радио с пацаном этим контролером поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И приходил он сюда не просто так, а по вашему. Вообще пиздец, плохо так слышно их. Слушай, то куда я припёрся? Крепкое оно. Но, мужики, если думаете, что это всё, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы. На хуйню какую... О, блядь, чё выше? Давай залезем, посмотрим. Раз тут, может быть, что-то и найдём. Бля, пиздец серия. Хуль ты думал, блядь? Не, вас просто нахуй я не убью, ёптать. Так, давай-ка раз мы здесь, опа. Так, это там, это залупа. Так, у нас есть бинокль. Так, слушай, это что там у нас? Так, там, смотри, прожектор хуярит, там, видать, кто-то есть. Ладно. Короче, что, ребят, наверное, на сегодня будем заканчивать. Вот, мы, в принципе, да, блядь, побывали в этой хуйне. Вообще, что мы... А, мы пошли, мы карты свежие взяли, точно. Мы взяли свежие карты, вот. Сейчас я просто доеду до...
Авроры. Вот. И, ну, наверное, я так думаю, что в следующей серии уже будем пиздеть как раз-таки с нашим генералом, что он там скажет. И к Анне мы поедем тоже в следующей серии. Потому что, блядь, сейчас я сначала хочу приехать на Аврору. О, бля, подожди. Я хочу приехать на Аврору и, короче, посмотреть, появилась ли у меня, может быть, снопа какая-то. Нихуя тут дороги, бля, бешеные. Ёбаный компот. Тут, кстати, смотри. Землянки, блядь, какие-то. Тут барахло по-любому какое-то. Так. Что за озвучка, ебан. Вот серьезно, я не знаю, ну каким долбоебом надо было быть, чтобы, сука, так порой, ну, озвучить данную игру. Вот с Гюль я вообще не понимаю, что за хуйня. А, не, нахуй, Анька, Анька, подожди, давай потом. Бля, ну короче, ладно, ребят, на этом мы заканчиваем, следующую серию начнем отсюда. Вот, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте. На этом все, всем спасибо, всем пока!